Russland 1919. Zwischen den revolutionären Bolschewiken und den antikommunistischen Weißen Armeen tobt ein Bürgerkrieg. Die am Ufer der mächtigen Wolga gelegene Stadt. После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ее неторопливых водах отражается душа всей России. Мы народное ополчение, новая российская армия. Наш долг – бороться с империалистами и угнетателями. Товарищ Сталин описал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын – наш долг перед павшими товарищами. Soldaten, Befehl von Genosse Stalin hinsichtlich unseres Angriffs.